Друзья мои, очень важное сообщение для тех, кто указал именно СДЭК для отправки своего заказа. Дело в том, что в СДЭКе сейчас то ли переезд, то ли что, ну, в общем, насколько мне дали ответ, переезд. Дело в том, что когда мы начали отправлять, при... когда я захожу в личный кабинет для того, чтобы создать накладной, я вижу объявление, что сроки пересылки там указаны терминалы главный московский у нас все посылки идут через московский терминал и что сроки доставки увеличены как дополнительно к тем срокам которые существуют еще плюс 7 дней для клубники а сейчас в основном идет отгрузка клубники это вообще недопустимо. Все, что было без клубники, мы отправили в августе. Разделили заказы, отправили в августе. Отправление сейчас идет в основном только клубники. Есть заказы, которые на другие культуры, но это все мы выполнили еще в августе. Потому что малина, ежевика, смородина и так далее, все, кроме клубники, едет прекрасно, хорошо. Клубника травянистая культура. Она легко подвержена выприванию, подсыханию, подгниванию, подминанию и так далее. Это не одревесневшая, не одревесневающая культура. Она хуже всех культур транспортируется. Хорошо клубника едет 5-7 дней, прям идеально. С 7 дней до 10 она терпит. Вот такая делается не очень веселенькая, но в принципе нормально. свыше выше 10 дней там счет идет прям по часам один два три дня играют такую огромную роль что вчера была одна картина сегодня может быть совсем другая послезавтра может быть звонок скинуть может быть еще хуже каждый день все хуже и хуже и хуже и как, как говорится жизнь клонится к концу к умиранию чем дольше клубника едет тем меньше шанс ее получить в надлежащем состоянии реанимабельной и застревание на 7 дней только на пункте на каком-то, а там Москва указана, еще другие пункты указаны. Как мне ответили в СДЭКе, что такой глобальный переезд. И я так поняла, что там у них что-то еще там произошло. Ну, в общем, не важно. У транспортной организации свои какие-то на то веские причины, основания, что они не могут работать в прежнем графике. Посылки застревают, посылки идут долго. Если бы это были какие-то предметы, которые могут храниться там, это же не книжки, это саженцы. Соответственно, вам нужны саженцы, которые быстро доедут, поэтому вы с и выбираете. Почту сегодня-завтра мы отправим всех с 25 апреля по 12, скажем так, ну пусть по 10 сентября, кто сделал заказы почтой, мы сегодня-завтра всех закрываем, край послезавтра. То есть мы закрываем по, 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 вот все, что мы приняли заказы за период с 25 апреля по 10, апреля... 10 сентября, мы всех, считай, выполнили. Если вдруг вам не пришел трек, не пришла смс, или вдруг вы не заглядываете на свою электронную почту, или вдруг ваше письмо попало в спам, или каким-то какой-то барабашка унес это ваше письмо, знайте, если у вас почта, и вы не получили трек, позвоните, напишите номер, я вам сообщу трек номер вашего отправления. Потому что вот смотрю, есть посылки, которые дошли и которые не получены. Мне приходится обзванивать. Ну, я не успеваю всех обзвонить, понимаете? Иногда это до человека три раза надо прозвонить, чтобы он трубку взял. Все люди работают, все заняты, не каждый, ну, не сидят люди на трубках, чтобы сразу мне ответить. Поэтому... Значит, ли те, кто ждет посылку почты, знаете, всех отправили сегодня-завтра до отправим. Поэтому, если вы в течение двух дней не получили трек, прям кипишимся. Может быть, сейчас пока сегодня не кипишимся, потому что, может быть, вот сегодня в отправку уйдете, может быть, завтра в отправку, значит, сегодня либо завтра вам придет трек. Если сегодня-завтра не пришел вам трек, но вы ждете посылку почтой, значит, пишите, звоните, я вам сообщу трек, бегите, забирайте посылку. Может, она вообще уже дня 3-4 колдобается на вашей почте, может, вас давно отправили. Вот, для тех, у кого СДЭК, пересмотрите свое пожелание в сторону отправки с деком, потому что там переезд глобальный, сортировочных вот этих их центральных пунктов, и там задержки отправления, потому что они пытаются как бы работать, пытаются как бы и переезжать, и вот, вот там такая лясим трясим Поэтому, если вам не принципиально, и вы можете получить почтой, пишите либо на электронную почту, на сайте в, не пишите, потому что я там не успеваю смотреть, и сейчас, две секунды, я не успеваю там смотреть, и я не успеваю там отвечать, поэтому э, пишите лучше, Тавуска э, и гречишникова.ком на электронку не пишите, это электронная не моя, я не вижу эти письма, это автоматическая система, я эти письма не вижу, моя электронная почта, Тавуска27, собака, майлору, она есть на сайте, в разделе «Контакты». Копируйте и пишите письмо. Я такая-то, такая-то, номер заказа такой-то, пожалуйста, отправьте меня почтой. И я вас пере переведу из Дековского в почтовую, упакую и отправлю. Потому что мы будем стоять и ждать. Я не буду ничего отгружать, мне совершенно не интересно, чтобы я сейчас упаковала, отправила, и они где-то в Москве на сортировке, там в этом бардаке зависли. Люди звонят, по месяцу не могут получить посылки, понимаете? Звонят, не мои, не мои посылки. Вот у меня мужчина звонит, говорит: Татьяна, у меня с ДЭК поменяйте мне на почту, откуда-то там ему э, из Белгорода, что с ДЭКом мы отправили посылку. Месяц она там кувыркалась. В общем, они там переезжают и, видимо, переезжать будут долго. Сейчас они ставят такое, что как бы в течение недели мы сейчас ждем до 15 числа. Буду опять созваниваться, уточнять, нормализовалась ли у них работа. Но вы понимаете, поговорка есть один переезд, равен двум пожарам. Вот поговорка такая. Поэтому делайте правильные выводы. Если для вас доступна пересылка почты, укажите, пожалуйста, адрес, куда вас посылать почтой, кто вы, номер вашего заказа и адрес для почтовой отправки с индексом. Если у вас дальняя пересылка, что такое дальняя? Больше 3000 километров. Больше 3000 километров – это у нас первый класс, это у нас ЕМС авиопересылка Все, что остальное едет землей, это тариф наземный, обычная цена РПО. Все, что у нас воздухом едет, это у нас первый класс, либо ЕМС. Первый класс до 5 килограмм. Если свыше 5 килограмм вес отправления, тогда только ЕМС. ЕМС очень дорогая. Конечно, с деком отправлять э, э, авиопересылки чуть-чуть подешевле. И большие отправления, если там килограмм сто пятьдесят с деком дешевле. Но если у вас посылка там на три килограммчика в какую-нибудь там, я не знаю, в Липецк, в Самару, в Москву и так далее, зачем вам э, с дек? От меня почта идет отправление до Москвы три дня, для Пи до Питера три-четыре дня, с деком идет два-три дня. Ну, слушайте, но ну, вы будь, мы, мы будем стоять и ждать, пока сортировки заработают. Нормально войдут в график. Они, может, в ноябре войдут, в октябре войдут в график. В общем, все, кому не принципиально, пишите, я вас буду переводить на отправку почты. Так, в этом случае я вам стоимость пересылки буду включать в наложенный платеж. Упаковывать, пробивать, сколько стоимость пересылки получается, я вам в наложенный платеж на почте оплачивайте. Все, всех целую, всех обнимаю. Всем пока-пока.